Тем временем власти Казахстана и Турции намерены активизировать использование транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как «Средний коридор». Планируется нарастить поставки грузов с его использованием. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, прошедшим в Астане. Геополитическая и геоэкономическая ситуация в мире сложная. В связи с этим мы сосредоточились на дальнейшем увеличении возможностей в сфере транспорта и транзита. В частности, мы пришли к выводу, что необходимо увеличить перевозки за счет полного использования потенциала среднего коридора. В рамках диверсификации транзитных маршрутов Астана, в частности, предоставила турецкой стороне возможность использования железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран-Турция. Турция является четвертым по величине торговым партнером Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг 6 миллиардов 300 миллионов долларов, а за 7 месяцев текущего года этот показатель составил 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Как отметили стороны, цель на будущее – увеличить оборот, не теряя при этом динамику. Также в Казахстане плодотворно работает более 4300 компаний с турецким капиталом. На сегодняшний день Турция напрямую инвестировала в экономику Казахстана без малого 5 миллиардов долларов и входит в десятку крупнейших инвесторов. В 2022 году мы зафиксировали увеличение объема нашей торговли примерно на 60% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас эта тенденция нарастает. Объем торговли в 10 миллиардов долларов, который был целью, поставленной нашими уважаемыми президентами, больше не является отдаленной задачей. Сегодня Турция является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане. Мы всегда говорили, что Казахстан имеет ключевое значение для стабильности и процветания евразийской географии. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить геополитическое положение и энергетические ресурсы страны. Казахстан способствует глобальной энергетической безопасности, стремится сократить торговые пути и сделать их более эффективными. В свою очередь, вице-премьер, глава МИД Мурат Нуртлеу заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан 3 ноября. Визит состоится в рамках 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств. Стороны договорились организовать и провести мероприятие на самом высоком уровне. Ожидается, что это станет еще одним путем развития отношений в стратегическом направлении.